В далеком 1978 году это здание начинали возводить как гостиницу в канун проведения Олимпийских игр в Москве. В силу разных причин строительство затянулось, и только через 35 лет состоялось торжественное открытие теперь уже иранского бизнес-центра. Многофункциональный комплекс «Дидас Персия» площадью 45 тысяч квадратных метров с 25 июля официально открыт. В трехэтажной пристройке разместится торговый центр. Предусмотрены банковские услуги, аптека, кафе, парикмахерское, помещение для интернет-пользователей. Будут оборудованы в ограниченном количестве гостиничные апартаменты. А в 10-этажной высотке деловые люди смогут открыть офисы. Красавец бизнес-центр стал наглядным олицетворением афоризма «Все, что не делается, делается к лучшему». Это как раз тот случай, когда результат оправдал ожидания. Конечно же, здание получилось. 45 тысяч квадратных метров великолепного, блестящего золота, которое мы сегодня получили в городе. Может быть, и хорошо, что мы не сдали ту гостиницу в далеком 80-м году. Мы имели бы затрапезное здание, а сегодня мы имеем великолепный дворец. 37 миллионов долларов, которые вложены сюда, будут работать на город, на наших брещан, на наших гостей, на нас с вами. Почему это плохо? Это очень хорошо. Мы очень довольны результатом. Мы хотели построить центр, который заслуживает ваш город Брест и горожане. Основная наша задача была в создании многофункционального объекта с интересным дизайном и чтобы он органично вписывался в архитектуру города. Тендер на строительство иранская компания выиграла еще в 2004 году, но по многим причинам до открытия нового здания было еще далеко. В частности, объем работ был очень увеличен по сравнению с первоначальным замыслом. Ход строительства осложняло и местоположение здания в исторической части города, ведь сохранение культурного наследия – главная задача. Но все препятствия были успешно преодолены, и сегодня комфортно и удобно для сотрудников, бизнесменов и гостей. Необычный для Бреста, со своим восточным колоритом, торгово-административный центр занял достойное место среди достопримечательностей города над Бугом. Представители иранской стороны довольны результатом своих трудов и уверены, что это только начало плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества. Брест – это город с богатой тысячелетней историей, поэтому мы, конечно, будем рады работать у вас в городе и дальше, тем более, что Брест находится в очень стратегически выгодном месте Европы. Я доволен, что мы открыли очень красивый объект в хорошем месте. Мы будем рады работать здесь и дальше, если у города будет такая потребность, и руководство области предложит нам в дальнейшем проекты для реализации. Несмотря на то, что открытие состоялось совсем недавно, большой интерес со стороны брещан и гостей города позволяет с уверенностью сказать, что услуги, которые предоставит торгово-административный центр, будут востребованы, а само здание, соединяющее в себе черты сразу нескольких культур, придаст очарование и неповторимости любимой улице и станет гордостью берестейцев.